Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Что здесь внутри, я даже сам не знаю. Заказывал очень много товаров для моих знакомых. Сейчас же посмотрим вместе с вами, что же нам тут пришло. Ссылочка на товар будет в описании. Можно будет перейти. Если что-то интересное, что-то хорошее, можно будет перейти и заказать. Что же у нас здесь пришло? Что у нас здесь запаковывает? Это M2 Plus. Приставка. Меня тут попросили заказать. Вот такая вот она сама по себе. Открывать я не буду, так как не себе заказывал. Дам человечку, пусть ее там подключает, подсоединяет. Вот, на этот товар очень много обзоров в интернете. То есть, можно к телевизору через телефон подключить вот такой вот NUAST. То есть, запускаешь на, если в телевизоре нету никакого Wi-Fi, вот вы можете подключить телевизора вот эту данную штукенцию, вот, и подключить через нее к телевизору свой телефон. И, то есть, включивши на телефон, управляешь, и на телевизоре будет показывать фильмы через вот эту вот штучку N2+. Вот. Так как у меня ее попросили заказать, то есть не для меня, попросили не открывать. Не захотели сами, попросили меня, чтобы все, если придет, запаковано. Вот. Сами видите, все запаковано, все приходит, все отлично. Вот так что человечка дам. Прошу прощения, конечно, кого. Вот, ну, кто, кому не понравится, прошу жестоко не наказывать. Вот. Ну, по ссылочке можно заказать. Приходит вот такой вот девайс. Вот потом человечка я спрошу, может, сниму дополнительное видео про данный девайс. Вот у меня в телевизоре установлен Wi-Fi, так что подключать мне смысла к телевизору нету. Вот. Ну, вот такой вот у нас короткий обзорчик. Что же нам пришло с Алиэкспресса. Такая вот безделушка. Всем спасибо за внимание, строго не судите. Вот, ну, не могу я ее распечатать. Человек попросил, чтобы я их не открывал, что ему заказывать для него. Что и приходит для него, но не в герметичной запайке. То есть, то я вам показываю, что нет, то нет, извиняйте. Вот, всем пока, до новых встреч на моем канале. Строго не судите, дизлайки не ставьте. Вот штучка пришла, ссылочка в описании. Всем пока, до новых встреч.